Рэй. Я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе, мой зритель. Итак, мы наконец-таки добрались в прошлой серии до станции. Для начала давайте включим все-таки обмен атмосферой, чтобы температура нормализовалась везде и всюду. И пришло время попробовать разгребсти все-таки наш хлам, который мы насобирали. Отобрать зерна от плевел, так сказать. Вот, что-то может быть, наверное, смонтировать. Например, вот эти вот реки угловые сюда, возможно, стоило бы поставить. Давайте потихонечку будем пытаться это сделать. Что с этим делать, кстати говоря, непонятно, потому что это будет происходить постоянно, когда мы на станции. Фактически для нас, на самом деле, ничего это никакой опасности не несет, но постоянно будет отвлекать. Да, потому что это кто-то просто в этот момент паркуется на станцию. О, это можно починить все-таки. Отлично. Естественно, чиним. И, кстати говоря, можно даже заправлять, смотрите-ка. Карбон диоксидом. Наверное, знаете, что? Я посмотрю, конечно, сколько оно будет стоить, но, скорее всего, большая вероятность, что их буду просто оставлять себе. Заправлять их каким образом? Наверное, нужно будет ставить их на устройство, да, которым газ есть. И как-то так, наверное. Есть еще пара угловых, но туда их, на эту сторону ставить не хочу. Я хочу, чтобы здесь у меня были размеры 3 на 3. Вот это можно сюда переложить, и вот эту штуку можно точно так же установить. Вот таким вот образом.
Здесь еще одну такую угловым же способом можно будет поставить. А здесь обычные поставим. Все будет чисто такая зона всяких разных рэков. Реки удобны, потому что в них можно складывать полы, в них можно складывать стенки даже засовывать. То есть это очень крайне удобная штука. Тем временем попробуем починить проводку. Вот по одному сейчас беру и проверяю. Вот смотрите, теперь так не работает. То есть каждый провод теперь в стаке имеет свое состояние. И стак целиком не чинится. А видно немного, если честно. Может, так и было, может, я просто не замечал. А показывается, видимо, последний, либо первый, уложенный в стопку. Честно говоря, я очень бы хотел купить автопереключатель хотя бы уже для склада, чтобы можно было на складе просто выключить лишние лампы. Вот это было бы неплохо. Вот хорошая еще штука, которую можно сразу поставить, наверное. Она... Слушайте, вот это вот 3X Bulkhead штука, да? А, ну единственное, у нее есть плюс один. Неоспоримый плюс, да, что под нее тоже можно что-то кидать. Под рэк уже ничего не кинешь, а под эту штуку можно. Давайте, давайте будем ставить их тоже тогда. В принципе, по-моему, мы склад именно рэками наполнили достаточно. Можно еще сюда что-то впихнуть. Кстати говоря, ну раз уж пошло такое дело, давайте сразу переделаем, чуть-чуть переставим. Что эту штуку можно же поставить теперь на место вот так. О, есть еще пространство, есть. О, кстати, а у меня тут еще есть пара вот этих вот булкхедов. Захотели попить. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь в инвентаре. По-моему, где-то я тут сразу видел. Тут же водичка у нас. О, нет, не водичка, тут запасец. Немножко не той жидкости. Так, давайте кого-то возьмем у нас здесь, по идее. Да, в самом верху был. Была бутылочка. Посмотрим, что там есть у нас в этих бутылочках. Так, и да, где-то здесь у нас была же вода. По-моему, здесь. Давайте проверим. Ну, как минимум, у нас есть не вода, точно. Это пустое. Это снова, это уже непосредственно водка-водка. Это вода. О, вот, есть вода. Давай сразу выпьем слегонца водички. На станции все еще аншлаг. Все никак не расползутся. Лили Гомес все еще спит. Кстати, надо будет задание на нее просто отказаться от него. Потому что ничего за него нам не дадут. Это гарантированно, потому что я проверил за кадром. Посмотрел, а стоит ли пытаться. Нет, не стоит. Ничего за нее не дадут. Уже даже если получить информацию, сдать задание уже невозможно. Вот как-то так. Поэтому просто стоит забить, забыть. Вот плюс еще одна очень качественная запчасть, которую мы можем продать. Ага, еще один поломанный. Давайте чинить, снова чинить. Угу, еще один мотор ушел. Что самое интересное, я не знаю, это мне кажется, либо не кажется, но как бы оно ни сломалось, одни и те же запчасти требуются. То есть вот в прошлый раз был мотор, в этот раз мотор. Возможно, это так мне просто везет. Либо это действительно так и есть. Просто когда предмет переходит в состояние поломанный, то
он требует именно один и тот же комплект для починки. Но хотелось бы, чтобы разработчики добавили, наверное, такую возможность, чтобы ломалось именно вот что-то рандомное было, да, что-то могло одно поломаться с одной вероятностью или другое. Это же было прикольнее, мне кажется. Эту часть мы точно обработали. Давайте-ка тогда ее обозначим как зону. Вот, вроде бы вышло 76 тайлов, получится, добавим новые зоны и уже даже мы ее назвать. Не знаю, каким именем правильнее было бы назвать, где тут у корабля нос, то есть там, где у него фронтальный шлюз стыковки, это нос или же это корма корабля, не ясно. Так, пробуем продать. Да. Из этой зоны. Ну что, чуть-чуть деньжат подзаработали даже. Это хорошо. Можем наконец-таки подзаправиться. Наконец-таки полностью. Отлично. Наш корабль полностью заполнен. За исключением, правда, канистр. Надо попробовать их. Я помню, что их нужно было устанавливать, тогда все получается. Давайте-ка сюда зайдем. В запасы. Что мы можем прикупить? Вот эту штуку очень сильно хочу. Эти штуки вообще полезны. Кстати, тоже можно было бы взять. Ой, какая штука классная, но на нее сейчас денег у нас на нее нет. Это просто замечательная вещь. Весть, я бы даже сказал. Одну такую возьмем. Атепт. Да. Чего? А, у меня денег уже нету. Все, понял. Понял. Деньги кончились. Пока я тут размышлял. Все такое прочее. Конечно, у нас еще здесь куча всего валяется. Но здесь уже стало почище. О, а как я эти не продал? Как получилось, что вот эти... И тут у нас случается интересное событие. Разбит воспоминанием любви, ныне утраченный. Вы ловите себя на том, что снова размышляете над воспоминаниями, несмотря на то, что это ощущение похоже на ноющую и растянутую мышцу. Но эта боль вам знакома, и вы относитесь к ней с нежностью. Это были одни из самых ваших коротких отношений. Может быть, именно поэтому это та самая вещь, которую хочешь терпеть и по которой скучаешь в тихие минуты. В основном остались чувственные воспоминания. Звук ее смеха, мягкость ее предплечья, которая чувствовалась под вашим большим пальцем, запах у нее между ухом и затылком. Говорят, что лучше любить и потерять. И в такие моменты, когда вы плывете по течению и одиноки в холодной вечности космоса, вы верите, что это правда. Вот такая вот фигня. Вот такое вот воспоминание нас накрыло. И что с нами стало из-за этого? Мы что-то где-то куда-то...
Нас это как-то накрыло, что-то испортило за счет этого? Нет? Нет? Вроде как просто такая вот воспоминалочка. Да, что-то я не понял, почему эти корзины мы так и не смогли продать. Потому что они все-таки не попали в зону торговли. Это странно. Давайте попробуем перетащить их. Ну, кстати говоря, такие штуки давайте сразу уберем. Ну, пока как минимум сюда. Так, давайте пойдем еще разочек попробуем продать. О, появились. Может, я их просто пропустил? Не знаю. Может быть и так. Ну вот, так уж не так уж и много, да, казалось бы, на 3400 сверху есть. Это хорошо. Так, эта шляпа тут валяется, я ее не могу на нее смотреть, я ее заберу. Я ее заберу, продам, в конце концов. Вполне в нормальном состоянии. Так, какая-то из этих штук у нас была не укомплектована. Это укомплектована. Вполне себе. А это? О, вот это у нас было не укомплектовано. Давайте сразу укомплектуем. Отложим. Ох, и бардак у меня тут. Вот корзину можно вот еще раз тоже забираем. Мы ее, будем продавать. Так, а где, кстати говоря, моя волшебная штука? А, мне не хватило денег, точно. А то ходить пешком туда-сюда, неудобно. Так, идем снова сюда. Так. О! Ну-ка. Есть. О! Где наша красота? Вот она стоит здесь. Замечательная штука. Ну-ка. Сюда, чтобы посмотреть, что в инвентаре у нас тут есть. Угу, классно. Так, теперь кладем на место. Так, это чтобы глянуть, просто оценить. Да, батарейку, кстати, нужно эту поставить обязательно, чтобы ее поставить на заряд. Так, а вот на эту штуку, ну-ка, давайте-ка глянем. Мне теперь интересно. Нет, нельзя. Ясно. Хорошо. Теперь вот с этой штукой мы зато достаточно быстро можем уносить всякие разные вещи. Она прям для этого предназначена, в отличие от того, что мы использовали раньше. Она прям для этого и создана была. А тебя починить можно? Тебя можно починить, кстати, ты неплох. Ну-ка, оп. А теперь у нас появился еще и Дастер. Я вот понял, смотрите, то, что лежит у нас в руках, оно сереньким. То, что лежит на полу, или где-то в другом инвентаре. Оно темненьким. Опа. Серенькое. Вообще классные штаны. Знаете, я их оставлю. Это чисто хороший, это офигенный контейнер. Смотри, сколько всякой шляпы можно вам засунуть, а? Ну, чуть-чуть деньжат еще выручили. Так, и все это время мой персонаж терпит. Бедный несчастный. Грузчик, парень работящий наш. Какого черта он терпит, я не понимаю. А ему нужно вообще-то было покурить уже давным-давно. Пойдем к скраберам, заодно там перекурим. Так, где наша лампа? Доставай. О!
Привет. О, нам вот это надо было. Окей, давайте еще одну. Да вы что, Стив? Каждый из них стоит денег вообще-то. Короче, два продаю, нефиг разбрасываться. Один оставляю себе, мне пригодится. Вот фильтр я возьму. Отцепт. Отцепт. Заодно сразу увидим, с батарейкой или нет. Это у нас штука. С батарейкой. Ну, вообще прекрасно. Что ж, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих серий. Понравилось видео, не будет редиска, поставь лайк, оформи подписку.